Срок действия водительских удостоверений, которые истекают в 2024-2025 годах, будет автоматически продлен на 3 года. Об этом сообщил официальный представитель МВД России. В пресс-службе ведомства добавили, что продление срока действия документов затронет более 5 миллионов водителей. Пролонгация прав проводится не первый раз. Ранее МВД продлила на 3 года срок действия водительских удостоверений, истекших в 2022 и в 2023 годах. Инициаторами предложения, как и в этот раз, выступили МВД и Минэкономразвития.